Накануне Нового года, 26 декабря, завод «Автокран» может уйти с молотка. Соответствующее решение принял арбитражный суд Ивановской области. Начальная стоимость лота – более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Напомним, что завод объявил себя банкротом в конце мая. Долги предприятия впечатляющие – более 8 миллиардов. Возможный покупатель – структура, принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске. Ранее проводить аукцион не позволяло судебные ограничения. Решение еще не вступило в законную силу. Заинтересованные стороны могут его обжаловать. Если продать актив не удастся, цену снизят и проведут повторные торги.